делаем ход. Я думаю, ты согласен со мной, что ход ферзь g4, он... Нет, это сильно. Имеет некоторые... Мы не даем развиваться. Перспективы быстро выиграть партию. Теперь ферзь h4, и мы дадим мат ферзем на h7. Ты видишь? На h7. Сейчас слон e7, да, мы играем слон d3, он делает рокировку, мы играем e5, и партия заканчивается. Если это пройдет, это будет сильно. Соперник в панике. 2-0, e5. Ой. Кардинально ПК. Да, f4, ты прав. f4. Даже я не додумал, это простого хода. Мы заставляем. Не в форме, не в форме. Ну, придется брать. Придется. Он конь f3. Ой, идея за пароль. Вообще. Не умею ценить прекрасные наши соперники. Да, вот это. Ферзя хотите у нас есть, ну вот кто так делает? Это не серьезно. Да. Вот. Придется убегать. Бежать. Чего у нас какой-то странный королевский гамбит, где белые не пожертвовали пешку, зато у них условно от d3. Улучшенная версия. Стоп, но... Может быть, мы поставим все-таки слона на какое-то поле? Нет, слон здесь прекрасен. Что, не, так ты его отдашь сразу. Подожди, да не на c3, ну давай уже это. Как тут? Стой, подожди, давай не будем. Давай сейчас подумаем. Дай мне поставить коня. Ну, нам нужно... Ну вот, конь d5, все, мы мат дадим. Ну это понятно. Это никому не интересно. Люди должны смотреть на то, что мы страдаем. Вот сейчас h4 вас поймают ферзя, достаточно этих страданий. Почему поймают? Ферзи один, конечно, да, извини. Я все посчитал. Хотя если ферзь h4 выигрывала просто на месте, но ты прав, это никому не интересно. Так, здесь, конечно же, следует c4. Ты будешь специально огибать этого слона на d3? Да. Я согласен, неплохая идея. Так, стоп. Я предлагаю b3 пойти, надо же заканчивать развитие. b3? Ну ладно. Нужно совмещать, когда можно уничтожать позиции, а когда нельзя. Но, по-моему, мы только делаем в этой партии, что уничтожаем позиции. Слон b2 это интересный идейный ход. Мы хотим... Я предлагаю сделать так, чтобы слон d3 дал мат в этой партии. Тогда нужно его прятать обязательно. Согласен. Все, вот смотри, он скрывается. А вот она, ребят, как пошла диагональ. Грозит просто... Слон на воде сейчас самая сильная фигура на доске, с запасом. Грозит вообще ферзь... Вот, уже не грозит. Да, ну уже все, уже наш соперник... Что ты делаешь? Зачем ферзь Е2? Ты ферзь Е4. Я случайно. Я нес его куда-то. Там уже все сыграли. Да ладно, неважно, конь G5. Ну, в атаку, ну что ты делаешь? Все, в атаку. Я вообще хотел отвлечение. Ладья F6 не подходит. Он запирает нашего слона, посмотри на это. Это нужно бить. Нашего слона невозможно запереть. Такого прощать нельзя. Так, ну как ты оцениваешь шансы в этой позиции? Ой, какой он артист вообще. Ну, кстати, слон черных тоже достаточно неплохо. Уже 3. Конечно, это жалкая пародия нашего слона, но... Наш-то просто артист. Ой, вот это сильно. В чем идея была? Идея? Да. Заманить, спровоцировать ход ферзь f3, после которого нам придется отступать обратно. Я бы побил на f8. Было бы интересно. Кстати, мы можем выманить этого слона с пункта d6 путем... Нет, я предлагаю короля на c2 перевести. Ой, он прям способствует. Через d1 на c2, да? Еще какие-то жертвы. Не пускает, видишь, советник понял, прочувствовал наш план и не пускает. Кстати, человек из нашего клуба 100 баллов. Приглашаем мы его в шахматы Феникс. Он яростно атаковал. Да, теперь мы играем ферзь f2. И партия заканчивается. Нет, ничего не заканчивается, все только начинается. Партия закончится, когда король на c2 окажется. Нет, когда флаг пойдет, партия закончится. Нет, когда король должен на c2 быть. Беги, Форест, беги. Вот смотри, еще два хода и партия закончится. О, где же один? Ладно, ничего, это все не имеет никакого значения, король должен быть на c2. Да, интересно, после ферзь один будет поиграть. Не хочет. Нет, король на c2. Он понимает, что оба соперника должны стремиться к одному и тому же. Можно пойти смотреть, за что. Собственно, все, партия закончена.
Нет, это понятно, что она закончена. Король на c2, разумеется. Теперь слон на d3 просто машина. Ой, на e4. Слон даст мат, вот увидишь. Сейчас добавим ему время. Я бы сдался. Нет, слон должен дать мат. А он сейчас сдаст. Мат два хода здесь. Нет, он не сдастся. Слон даст мат. Все, окей, под задачу. Сейчас наставит 7 ферзей. И слон даст мат. Нет, не захотел соперник играть. Нужно... Хорошо, давай мы хотя бы введем мат слоном. Ну хорошо. Ферзь g5. Ладья h2. Ферзь. Кооперативчик. g1 и слон d5 мат. Вот это сильно. Все. Партия так и закончилась. Видишь, даже нотация тем же цветом отмечена. Всем спасибо за внимание.